Надо спускаться в подземелье, искать чудовище. Здесь не холодно. Подземелье очень страшное. Это дверь к чему-то еще. О, большие. Что это за стопудово крысы? Ой, я боюсь. Там куча газа. Это опасное место. После числа. Оно заперто. Нет, не открывай. Не открывай. Там маньяки. Монстр здесь не оказался. Теперь мы продолжаем. У нас есть союзник. И молодцы, ведь. Нет, не ходите туда. Не ходите. Нет. Мы возвращаемся. Обыщем улики. Господи. Ну, берите. Останки. Идем в подземелье! Идем в подземелье! Чудовище! Чудовище исчезло! Оно же было где? Побежали туда! Закрытые окна! Нам отсюда никогда не выбраться внизу! Нам осталось идти наверх. Где Кирилл? Где Кирилл? Чудовище, чудовище! Выйдем в подземелье. У меня не действует нога. Нет, бежим. А нет, надо действовать. Бежим. Кирилл! Погоди, а это интервью, да? Я попытался сделать вещи, как Андрей Авдеев из фильма «Закрытая школа». Но когда я бегал по лесу, это я делал то, что снилось Наде в ее сне. Ну, в общем-то, и все.